На календаре декабрь, который начинает обратный отсчет. До Нового года осталось 29 дней. На главной площади Бендер уже начали устанавливать елку. Пока только каркас, но скоро новогодняя красавица облачится в сияющий наряд. Высота ели 18 метров. Она состоит из 6 металлических секций, каркасов, на которых крепятся искусственные ветви. Пока монтажники собирают только нижний ярус новогоднего сооружения, для верхнего нужна подъемная техника. При помощи электриков городская елка облачится в сияющий наряд. Кстати, в этом году праздничный образ зеленой красавицы дополнят новыми аксессуарами – яркими пластиковыми шарами. Главная городская ель обещает быть красивой не только ночью, но и днем. По-новому нарядят и саму площадь освобождения. Те существующие ели, которые находятся в непосредственной близости от новогодней ели, живые ели, будут украшены в этом году новыми новогодними гирляндами теплого свечения золотистого. Также появится убранство на наших осветительных фонарях, которые по всей площади установлены. Будут декорированы торговые объекты световым убранством, и в дневное время будут смотреться они тоже нарядно, потому что будут украшены из искусственных хвойных украшений фронтоны и периметр кровли. Все оттенки серебряного – основная цветовая гамма убранства площади. Именно этому цвету отдает предпочтение бык – символ наступающего 2021 года. В этом году в Бендерах пройдет традиционный конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп. Будет организована выносная торговля в центре и по районам. Как сообщает пресс-служба местной госадминистрации, вскоре будет объявлено о проведении конкурса видеороликов «Я звезда», проектов на создание новогодних открыток и фотографий, а также театральных постановок. Еще в городе организуют новогодний онлайн-турнир на приз Деда Мороза. Впервые состоится премьера ежедневного образовательно-развлекательного телевизионного проекта «Новогодняя тайна адвент-календаря». Это календарь обратного отсчета, в котором последний листок – день наступления Нового года, а каждый очередной – дата, которая приносит главным героям и телезрителям неожиданные и приятные сюрпризы. Первая передача выйдет на канале БТВ 19 декабря в день Святого Николая, который стал прообразом Санта-Клауса и Деда Мороза.